Всем привет! И в этом видео я вам хотел показать чувствительную зимнюю оснасточку, уловистая, хорошо себя показала на водоеме, ей удобно ловить на течении, ее можно использовать с поплавком, также можно использовать с кивком. Но я вам покажу на основе поплавка. Берем нашу основную леску, я вот взял плетеночку, потому что ее хорошо видно на камере, но естественно все будет на водоеме будет вязаться на леске. Одеваем сразу на плетеночку кембрик для поплавочка. После этого одеваем скользящий грузелок. Я вот взял такую вот оливочку. И привязываем крючок. Крючок тоже взял побольше, чтобы его хорошо было видно в камере. Крючки я всегда вот таким вот узлом вяжу. Очень удобно, быстро и легко. Естественно, при затяжке все это дело надо смачивать. Лишнее обрезаем. Вот обрезали. И теперь фиксируем одну дробиночку в 5-7 сантиметрах от крючка. Но я сейчас сделаю чуть поменьше, чтобы как бы всю снасть потом показать в кадре. Вот зафиксировали. Здесь у нас грузелочек. И одеваем вот такой вот интересный поплавок. Поплавок, когда вот этот вот, когда поклевка идет наверх, он ложится вот на воду. Вставляем этот поплавочек в кембрик, который у нас уже на леске. Все, снасть у нас готова. Можно идти ловить рыбу. Чем интересна эта снасть? То есть вот этот маленький кембрик и дробиночка маленькая, подпасочек, он служит фиксатором вот для скользящего груза. То есть когда мы опускаем снасть, у нас все выглядит вот так вот. Все вместе. Как только подпасок у нас достиг дна, поплавочек у нас поднимается, и основной груз, естественно, на дне, подпасочек тоже. Но если идет поклевочка, вот эту оливочку рыба вообще не чувствует. То есть поклевка идет вот, сразу у нас показывается на поплавке поклевка. Оливка остается на месте. Снасть очень чувствительная, уловистая. Всем рекомендую. Кому понравилось данное видео и данная снасть, ставим лайки. Подписываемся на канал. А кому интересно, как сделать вот такой поплавочек, ссылка будет внизу под видео. Там показано, как я делал данные поплавочки. Всем пока, до следующих встреч.